Погода шепчет. На полях Ульяновской области уже сошел снег. Через считанные недели в области начнется яровой сев. Подсолнечник, ячмень, гречиха, рыжик. Каких только семян не заготовили местные аграрии. В полной боевой готовности техника. Старая отремонтирована, новая закуплена. В хозяйствах Чердаклинского района уже идет бурнование почвы. Взрыхление грунта проводится сразу после того, как земля немного подсохнет. На сегодняшний день у нас готова техника на 100%. Сейчас ведутся работы по смазке агрегатов. И также мы завтра уже собираемся все агрегаты перетаскивать на поля. В барновании задействованы 35 агрегатов. Параллельно с этим идет подкормка озимых. Работают 58 агрегатов. В поддержку наземному транспорту вышла и тяжелая артиллерия – 2 самолета. В крестьянско-фермерском хозяйстве Макаров подготовили качественное минеральное удобрение. Предстоит засеять больше 2000 гектаров земли. Ну, озимые у нас на площади 760 гектар. Яровых в пределах 800 будем сеять, подсолнечных 500, а остальные однолетние травы на сенаж и на силос кукурузы. Кроме Чердаклинского района, к подкормке приступили в Вишкаемском, Корсунском, Кузоватовском, Маинском, Новоспасском, Радищевском и Ульяновском районах. На вопрос, когда же начнется посевная, аграрии пожимают плечами. Ведь все зависит от погоды. Если хорошая погода установится на протяжении всего апреля, то сезон можно будет открывать сразу после подкормки. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.